В Твери установили новые светофорные объекты на проспекте Победы и пересечении улиц Паши Савельева и Хромова. В настоящее время они работают в тестовом режиме. Эти два участка были выбраны для реализации проекта безопасной качественной автомобильной дороги в части установки светофоров администрации Твери совместно с ГИБДД для увеличения пропускной способности дорог и ликвидации аварийных ситуаций. Первые дни светофоры работали в тестовом режиме, желтый мигающий, в целях предупреждения людей. К концу недели они начнут регулировать движение автотранспорта и пешеходов. На проспекте Победы на пересечении с проездом Швеников светофорный объект был установлен по согласованию с ГИБДД, потому что последние годы наблюдалась высокая аварийность, причем с пострадавшими, в том числе с участием пешеходов. Также хочется отметить, что на проезде Швеников пока схема движения транспорта не меняется, она остается в прежнем режиме, то есть движение осуществляется в одностороннем направлении от улицы Ерофея в сторону проспекта Победы. Стрелка, установленная на светофорном объекте, предназначена для осуществления разворота. Совместно с ГИБДД прорабатывается вопрос о введении двустороннего движения на проезде Швеников и ограничения парковки на данной улице. После того, как светофоры включат в штатном режиме, в течение двух недель специалисты муниципалитета и ГИБДД будут отслеживать их функционирование. В случае необходимости будут внесены корректировки в режиме их работы.